Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Xiaomi 13T. И сейчас я покажу вам, как добавить Google аккаунт на данное устройство и как его можно удалить. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки». Далее проходим в раздел «Аккаунты и синхронизация». Здесь мы нажимаем «Добавить аккаунт». Далее выбираем Google. И вводим телефон или адрес электронной почты. Нажимаем «Далее» и вводим пароль. И нажимаем «Далее». Нажимаем «Далее», соглашаемся. И здесь нажимаем «Принять». И таким образом мы добавили Google аккаунт. Теперь, если вы захотите его удалить, вы нажимаете на него, нажимаете сюда и нажимаете «Удалить аккаунт». «Удалить аккаунт», «Окей». И подтверждаем это действие либо паролем, либо отпечатком пальца. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.